Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Зима в апреле. Повлияет ли количество выпавшего снега на паводок? И повторится ли сценарий 2014 года? Панорамные окна, игровая приставка и чистый воздух. Что еще, по мнению продвинутых работодателей, позволяет удержать лучшие мозги в городе? Сотни детей побывали на бесплатном концерте Димы Билана в краевой столице. Воздержаться от дальних поездок рекомендуют спасатели и автоинспекторы жителям края. При этом синоптики не говорят об аномальной для апреля погоде, но констатируют, что зима не сдает свои позиции. Уже несколько дней в крае ночная температура стабильно держится на минусовой отметке. А неделя стартовала с штормового предупреждения. По данным краевого гидрометцентра, ветер поднимается до 22 метров в секунду. Весь сегодняшний день не прекращается снегопад. На дорогах края в связи с этим возможна плохая видимость. Из-за колебаний температуры с отрицательных ночью до слабоположительных днем ожидается гололедица. Неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега будет в крае до середины недели. Уже в четверг, обещают в гидрометцентре, на смену циклону придет антициклон, и температура будет постепенно нарастать. Пик тепла будет достигнут в воскресенье. Дневные часы температура воздуха повысится до плюс 10-15, местами по югу даже до плюс 20 градусов. В дальнейшем с прохождением атмосферных фронтов у нас местами пройдут дожди. Не исключено, что даже будут с грозами. И также усилится ветер. Кстати, дорожные службы Барнаула перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба мэрии. Чистят улицы и дороги, обрабатывают противогололедными средствами с реагентами. Из-за выпавшего снега с сегодняшнего дня временно приостановлен и ремонт барнаульских дорог. Количество выпавшего снега в Алтайском крае превысило месячную норму, а между тем твердые осадки, по прогнозам синоптиков, возможны еще на протяжении двух дней, особенно в предгорных районах края. Повлияет ли это на весеннее половодье? Стоит ли опасаться второй волны паводка? И вообще, насколько необычна весна этого года, расскажет Елена Макаренко. Та часть территории, которая помечена белым цветом, здесь присутствует снежный покров. Еще несколько дней назад, не без удивления, рассказывают специалисты Института водных и экологических проблем, карта нашего края была зеленой. За выходные картина кардинально изменилась. Снежный покров во второй половине апреля установился на территории практически всего региона. Ситуация совершенно нетривиальная для данной весны. И периоды интенсивного потепления сменяются вот теми ситуациями, которые мы наблюдаем сейчас за окном. Все завалено снегом. Но несмотря на то, что снег валит без остановки и последние осадки уже превысили месячную норму, особо повлиять на характер половодья, говорят специалисты, они не должны. Первая волна, благодаря чередованию потепления и похолодания, уже практически прошла. Уровень рек остался невысоким, большой воды сейчас не ожидается. Другой вопрос – вторая волна половодья во второй половине мая. В этом году снегозапасы в бассейне Катуни выше среднемноголетней нормы. Ну, то есть, безусловно, определенные риски есть. Вот если по метеостанциям брать, конкретно по метеостанциям, где-то 30, где-то 40% плюс к среднемноголетней норме. Все зависит от количества осадков. К примеру, в 2014-м они привели к быстро развивающемуся паводку. Большая вода тогда прибывала по несколько метров за сутки. Мы тоже, в общем-то, наблюдали такую же картину, когда незаметно прошла первая волна половодья, вторая волна половодья с учетом снегозапасов, которые были, тоже была ожидаемо невысокая. Но вот на подъеме того невысокого половодья выпали интенсивные осадки в районе Горного Алтая. И мы здесь наблюдали то, что наблюдали. Правда, в таком исходе гидрологи все же сильно сомневаются и уповают на то, что беспрерывных осадков, таких как сегодня, не будет. Впрочем, специалисты не исключают причуды природы. Этой весной таковые случались уже не раз. Совершенно незаметно прошел ледоход, и в середине апреля вернулась зима. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.
Продолжим. Денис Расщепкин назначен вице-мэром Барнаула. До этого момента он возглавлял муниципальный комитет ЖКХ, а к новым обязанностям приступил с сегодняшнего дня. На новом посту Расщепкин будет курировать вопросы защиты населения и информации. А жилищно-коммунальное хозяйство перешло в ведение Алексея Пахоменко, который занимал должность заместителя председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью. Это не первое за последнее время обновление команды барнаульской администрации. Недавно пост первого заместителя главы покинул Анатолий Воронков. На его место пришел Андрей Федоров. В начале года избрали новых глав индустриального и ленинского районов Барнаула. А неделю назад сменилось руководство железнодорожного района. Высокие потолки, окна, которые выходят на определенные стороны света, а еще игровая приставка и шашлычная. Примерно так, по мнению работодателей, должен выглядеть офис мечты, чтобы привлечь и удержать лучших сотрудников. Интересную тему накануне обсудили в Барнауле. Почему многие начальники сегодня не экономят на рабочем пространстве, расскажем в сюжете. Как должно быть организовано рабочее пространство? Это новая тема проекта «Время трендов». Его проводит портал «Толк» и журнал «Автограф». Культура труда однозначно меняется. Офисы коридорного типа уходят в прошлое. Сегодня в современных офисах вы увидите кухню, место для отдыха, шашлычную, сможете поиграть в PlayStation и без зазрения совести устроить кофе-брейк. Есть, ну, задачник, да, в котором есть наши задачи и оценка по часам. И если ты в течение своих рабочих часов успеваешь все это сделать, то к тебе нет вопросов, чем ты занимаешься все остальное, там, свое рабочее время. То есть мы не придираемся к тому, чтобы там смотреть, а ты не больше 5 минут там сходил, там, пообедал. Также в Барнауле появился запрос на столы, которые меняют свое положение и позволяют сотрудникам работать стоя. А еще на работоспособность могут влиять и высота потолков, и качество воздуха в помещении. Многие детали рабочего пространства обсуждаются еще на этапе проектирования. На это обращают сейчас даже вот самые заурядные ребята, что есть у вас приточка, выдержка или нет. Как нам тут дышать через окно, локация какая, близко к дороге или нет, окна. Вот тоже панорамное остекление, это все замечательно, но опять же по сторонам света. Да? То есть если это южная сторона, и там выгорать все будут, постоянно за шторками. Мы даже до смешного делаем отдел бухгалтерии на отдельную ветку вентиляции и кондиционирования, потому что у них почему-то свой климат, как бы это смешно ни звучало. У них все лучше бухгалтерию не злить, как все время говорят. Работодателям непросто, ведь нужно еще учитывать бюджет, чтобы вложения в людей окупились. Вот что угодно можно накрутить, там, понадумать. Самое главное, что у заказчика всегда есть какой-то бюджет, это бизнес, это коммерция, это надо окупить. То есть там через год или через какой-то, то есть заказчик строит себе финансовый план. Финансовый план должен работать, иначе это не надо. А среди собственников здания идет борьба за потребителя. Ведь сегодня ему важна не только парковка, удобная локация, но и современное техническое оснащение внутри. Сейчас есть проект, где места общего пользования, ну, немного коридоры расширились, есть побольше фойе, да, есть уже кресла, столики и там кофе-поинты. Вот. Но борьба за потребителя и вот удержать арендную ставку там, в размере там, 1500 собственникам, либо там, рантье, придется реализовывать такие проекты. Там как раз дизайнеры в помощь. Просто культура это только сейчас к нам приходит. Раньше просто построили и уже хорошо все сдавалось. А в будущем путь будет чуть посложнее. Возможно, многим работодателям в ближайшем будущем придется вкладываться в эргономику своих сотрудников. Ведь, по словам экспертов, если раньше в дефиците были айтишники и маркетологи, то теперь бывает сложно найти и удержать токаря. И да, сегодня современные комфортные условия труда нужны не только творческим людям. В любом деле есть профессионалы. Если сделать все правильно, результат будет отличный. Потому что эти профессионалы, они, как правило, потратили годы для того, чтобы получить какие-то знания. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Жительнице Барнаула нужна поддержка. Карина Конева несколько месяцев борется с онкологией. Врачи диагностировали у девушки рак, который обычно находят у детей. Сейчас Карине 21. Заболела уже будучи студенткой. Несмотря на сложное заболевание, девушка не закрывается дома и дарит барнаульцам положительные эмоции. Как ей это удается, расскажут мои коллеги. Сегодня важный день. Карина и Полина собирают подарки для участниц девичника. Полина отвечает за креатив, Карина – организатор. Она же модель, визажист, предприниматель и уже несколько месяцев онкобольной. В 21 год ее нагнал детский по частоте проявлений рак – рабдомиосаркома. Началось все с отека носовой пазухи.
но даже на снимке опухоли не было видно, несмотря на то, что тогда она уже была большая и распространенная. Не было ее видно из-за сильнейшего отека. Мы были в панике, вот, а она прям чувствовалась, у нее какой-то такой вот стержень. Марина говорит, что дочери долго не ставили диагноз, а состояние ухудшалось. Мама отвезла Карину в московскую клинику, и уже 4 месяца девушка проходит курсы химиотерапии. И даже при таком раскладе чувствует, что ей сопутствует удача. Мне везет, у меня не сильно падают показатели крови, потому что некоторые люди, они прям не могут и лежат в больницах, им там делают переливания различные и так далее. То есть у меня с этим, слава богу, все в порядке. Она во всем ищет позитив. Не самый удачный опыт предпринимательства воспринимает как ценный. В ее школе до сих пор работает кофе-автомат, который она ставила в рамках урока. 2 года Карина занимается макияжем и изучает психологию управления. Она как бы работала, Карина, в найме. Понимает, насколько это, да, такой своеобразный труд работать на кого-то, да. И в итоге они перешли вот именно к своему бизнесу. О своей жизни Карина рассказывает в социальных сетях, не скрывает и болезнь, а в ответ получает поддержку словом и делом. Подписчики тоже помогали ей со сбором для поездки к израильским врачам. У нас нашли клетки нехорошие в легких, похожие на саркому, то есть это равняется метастазам. Вот. И по второму ПТКТ у нас легкие чистые, но прогнозы все равно такие, что... Нам сказали, вы же получаете химию, поэтому они ушли. Вот. Возможно, они могут вернуться. Поэтому родители просят неравнодушных не оставаться в стороне и поддержать их дочь. Денежные средства могут экстренно понадобиться. А пока девушка готовится к очередному курсу терапии. Я как будто вышла немного на другой уровень жизни. Это когда ты реально понимаешь ее цену, и ты уже не растрачиваешься на какие-то пустяки. То есть то, что раньше казалось невероятной проблемой, сейчас вообще я могу на это не обратить внимания, потому что это реально решаемо. Все в наших руках. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, «День с толком». Лучшего воспитателя края выберут в Барнауле на этой неделе. Уже в 17-й раз на Алтае проходит конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования. В этом году в заочном этапе было 37 участников. В очной прошли только 15 воспитателей как городских, так и сельских детских садов. Какие испытания ждут финалистов и как будут выбирать победителя, знает Анара Шагирова. Очень важно спровоцировать ситуацию или использовать реально интересное событие. Так мы искали ответ на вопрос, что в кормушках у птиц. Сегодня день теории. Педагоги дошкольного образования, а это и непосредственно воспитатели, музыкальные работники, логопеды и инструкторы физкультуры, буквально на словах рассказывают жюри о своих педагогических находках. Тех, что уже с успехом используют на занятиях. Например, кто-то знакомит дошколят с журналистикой. Так дети сами находят ответы на многие «почему» и заодно учатся общаться. Идет приготовление булочек, да, запах идет на весь детский сад. Что это? Да, пекут выпечку. Как этот процесс происходит? Соответственно, мы берем все необходимое. Вот, в первую очередь настрой, вопросы, да, заготовленные с детьми обсуждаем и отправляемся на кухню. Другие через игры и квесты учат заботиться об окружающей среде. Третьи в интерактивной форме рассказывают о культуре края. У нас, к сожалению, дети не знают своих корней, не знают своих композиторов. И я поставила перед собой задачу познакомить их с творчеством наших алтайских композиторов. И в данном случае это Михаил Андреевич Четверяков и Александр Яковлевич Берляков. Но самое сложное, говорят жюри, ждет участников завтра и в среду. Свои педагогические находки воспитатели должны будут показать на практике, провести мастер-класс с детьми и семинар для родителей. Сегодня, накануне педагогического мероприятия, участник выдергивает тему и возраст ребенка. И фактически на подготовку данного мероприятия у него будет ночь. А завтра он приходит в абсолютно незнакомую группу, к абсолютно незнакомым детям и должен будет за 20 минут показать нам свою педагогическую находку. За все пройденные испытания участникам начислят баллы, которые в сумме и выявят лучшего воспитателя края. Его имя станет известно 21 апреля. Победитель конкурса получит премию в 200 тысяч рублей, а также представит регион на всероссийском этапе в сентябре, в преддверии дня дошкольного работника. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне смогут отдохнуть в понедельник после Пасхи. Представители фракции ЛДПР объяснили свое предложение тем, что Пасха – один из главных христианских праздников. И чтобы укрепить пасхальные традиции, понедельник после празднества можно сделать выходным. В каком году начнет действовать нововведение, неизвестно, но депутаты говорят, никаких дополнительных затрат для этого не потребуется. Между тем, пасхальная неделя у православных продолжается. Накануне 16 апреля россияне уже отметили главный христианский праздник – Пасху. Верующие осветили крашеные яйца, куличи, а в ночь субботы на воскресенье в храмах, в том числе барнаульских, прошли ночные пасхальные богослужения. Праздничные службы объединили множество верующих. Сотни детей побывали на бесплатном концерте победителя Евровидения 2008 Димы Билана. Заслуженный артист России выступил в Барнауле для особенных ребят и их родителей. Шоу провели в честь дня рождения Михутки, главного героя социального проекта, который на протяжении 5 лет исполняет детские мечты. Какие глаза у вас замечательные. Спасибо большое. Не только пел, но и общался со зрителями, особенными детьми, воспитанниками детских домов, интернатов. Популярный певец Дима Билан приехал в Барнаул и бесплатно исполнил популярные хиты. Львиную долю двухчасового выступления артист провел не на сцене, а в зрительном зале. Он двигается очень хорошо. У него такие телодвижения, как будто бы он на каком-то танцполе, на дискотеке. Настроение вообще отличное, как бы первый раз на таком концерте. Все здорово, на высшем уровне. Очень много детей собралось, атмосфера такая, как бы очень дружелюбная. Юные жители края несли певцу цветы, рисунки, сладости и дарили теплые объятия. Желаю вам респект, уважение. Спасибо, дорогие. Спасибо тебе. Традиционная комната. Я не знаю, сколько метров, может быть, 12. Полностью заставлены коробками, которые я откладываю на какую-нибудь старость, чтобы потом сесть и посмотреть все, прочитать. Хотя, знаете, урывками все равно получается. Но все-таки лучше нам после. Спасибо еще раз. О боже, сколько вас цветов. Шоу со звездой эстрады прошло в честь юбилея 5-летия благотворительного проекта «Михутка». Волонтерский проект, символом которого является большой улыбчивый медведь, исполняет мечты особенных детей, поддерживает дома престарелых, помогает тяжелобольным малышам. За 5 лет существования проекта проделана огромная работа. Когда мы готовились и непосредственно разговаривали с организатором этого волонтерского проекта «Михутка», мы говорим, нужны цифры рассказать. Они говорят, мы их не учитывали никогда, мы их нигде не записывали. Но это однозначно много. Вот так даже если прикинуть, то каждую неделю проект что-то делает в регионе, да, для больниц, для детских домов, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дима Билан уже принимал участие в проекте «Михутка». В прошлом году встречался с подопечными волонтерского проекта. И в этот раз откликнулся и приехал к детям со своим мега-шоу. Перед каждым концертом, на гастролях, в турах я общался с родителями. Перед концертом, подчеркну, приходили дети, приезжали на колясках, я со всеми общался, мы это снимали, мы разговаривали, мы смеялись, где-то даже грустили, вот. И я раскачал, мне кажется, какую-то такую историю внутри себя, и вот остановиться не могу. Поэтому, если меня зовут, если я где-то нужен, я с большим удовольствием приезжаю. На благотворительном концерте побывали почти 3000 человек. Зрители дарили артисту бесконечное количество цветов. Их было настолько много, что волонтерам пришлось помочь артисту унести их со сцены. Известно, что часть букетов после концерта передали в отделение паллиативной помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И добрые новости на этом не заканчиваются. Стало известно, что алтайский футболист, воспитанник барнаульского «Динамо», а ныне игрок московского «Спартака» Александр Соболев, намерен оплатить лечение 9-летнего жителя Донецка. Как сообщает помощник Соболева, ребенок получил осколочное ранение при взрыве на вокзале, а сейчас находится в Луганской больнице. Мальчик едва не остался сиротой. Его мама выжила, а вот отец погиб. Так что семье будет сложно собрать средства на реабилитацию. И это не первый случай, когда футболист помогает детям. В 2021 году он оплатил
оплатил покупку протеза для девочки без кисти из Бийского района. Позже закрыл сбор на протезы для ребенка из Саратовской области. Сразу два домашних матча провели хоккеисты «Динамо Алтай» в рамках финала Кубка Федерации, куда, к слову, они вышли впервые за всю историю. Соперником наших стал самарский клуб ЦСКА ВВС. После двух напряженных матчей на родине гостей, где одну встречу барнаульцы выиграли, борьба переместилась в краевую столицу. Чем завершилось домашнее противостояние и остались ли у «Динамо Алтай» шансы на победу в финале, расскажет Данил Кузнецов. Да, выиграем, конечно. Я думаю, наши выиграют 3-2 или 3-1. Интуиция болельщиков «Динамо Алтай» все же подвела. В Самаре счет был равным 1-1. Но дома все пошло не по плану со старта. В самом начале первого домашнего матча шайба то и дело летала рядом с алтайскими воротами. Но барнаульцы держались. После перерыва энергичные атаки обеих команд перешли в позиционную войну. Начиная со второго периода, в принципе, мы наладили контроль шайбы, уже возникали моменты где-то хладнокровия, рассудительности, чтобы забить вот этот первый гол, нам не хватило. Не дожали и самарчане. Все голы пришлись на третий период. Снайперским ударом открыли счет гости. Сразу после второго гола со стороны летчиков на некоторое время инициативу захватили барнаульские хоккеисты. А позже «Динамо Алтай» решил брать численным составом. Вместо вратаря на лед выпустили шестого полевого игрока. И это сыграло злую шутку. Во втором домашнем матче с ЦСКА ВВС, казалось бы, все шло куда лучше. В начале игры барнаульцы задали темп и вырвались вперед. Но к третьему периоду летчики догнали и перегнали оппонентов с разрывом всего в одну шайбу. 4-3. Не помогли ни стены, ни болельщики, которых на трибуне Титов-арены было более 4000. Очень приятно играть при такой аудитории, когда народ есть. То есть эта серия вообще отличается... И в Самаре было большое количество зрителей, и здесь. Сейчас общий счет по итогам четырех игр 3-1 в пользу ЦСКА ВВС. Летчикам осталось выиграть всего один матч, чтобы забрать Кубок Федерации. Следующее ледовое побоище между клубами будет в Самаре. И если «Динамо Алтай» выстоит, шестой матч пройдет вновь в Барнауле 22 апреля. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.